Говорить красиво, а главное уверенно. Хороший навык, который пригодится каждому. Тренинг по ораторскому мастерству провели для воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Ребята смогли развить навыки речи и получить новые знания. Перед детьми выступят сегодня два спикера. Первая – это Ксения Фомина. Она будет выступать по ораторскому мастерству. Расскажет вообще ребятам лайфхаки для публичных выступлений. То есть такой вот soft skills, мягкие навыки, да, стараемся как бы помогать ребятам развивать их. Также для ребят провели тренинг по созданию цифрового контента. Как отмечают организаторы, тема пользуется популярностью у молодежи, так как это доступный способ проявить себя и раскрыть творческие способности. Кроме того, мастер-класс провели для педагогов-психологов. Обсудили вопросы профессионального выгорания и инструменты выстраивания коммуникации с детьми с травмами. Мне бы хотелось как-то поделиться с вами, да? Хотела сказать сначала, снабдить вас инструментом, чтобы вы могли как-то ваших детей поближе узнавать, получать информацию, одновременно какую-то отдушину для себя. Встреча прошла в Центре опережающей профессиональной подготовки. Здесь, независимо от возраста, помогает развить навыки и способности, способствующие профессиональному росту. Знаешь, какая идеология? Это выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития. Независимо, школьник вы, студент, молодой специалист, или вы уже взрослый человек, но пришли к профессиональному тупику, здесь у нас есть все возможности, которые помогут выстроить вам индивидуальную траекторию профессионального развития так, чтобы вы были успешны. И наша задача – это показать успешность на рынке труда. Подобные встречи планируется проводить раз в квартал. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.